ж, уважаемые друзья, вот мы ехали-ехали и приехали в баню нашего друга, партнера Вячеслава Морозова. Это его домашняя баня. И сегодня мы сделаем подробнейший обзор с деталями, как просили наши уважаемые друзья, по поводу бани. Естественно, мы возьмем интервью самого Вячеслава, и он расскажет о самой идее создания. Но сейчас, пока его здесь нет, я могу немножко похозяйничать, походить, посмотреть, заглянуть везде, наверное, где бы, может быть, он даже не хотел. Но все-таки такая возможность у меня есть, рассказать о очень компактной семейной бане. Замечательной, красивой. Первое впечатление – вау, классно. Но я хочу детально все это рассмотреть и рассказать о самой бане, что сейчас здесь есть. Ну и, естественно, потом подробненько о каждой отдельной детали. Ну что ж, начинаем. Мы зашли и двигаемся дальше. Вот, первое в помещение, в которое заходит, это комната отдыха. Комната отдыха компактная, находится в центре самой бани, с окном, выходящим на улицу. Сама баня выполнена из тесаного бревна. Бревно выстаивалось как положено, и Вячеслав поэтому несколько лет занимался строительством, подготовкой к строительству. Вот я это просто знаю и знаю хорошо, то есть неоднократно его подталкивало к тому, чтобы быстрее ее запустить. Он мне говорил: стоп, Алексей, баня должна выстояться. Так вот, здесь очень удобный угол, великолепный. То есть, если обратить внимание, сам, так сказать, сама комната отдыха, она небольшая. То есть, вот я, чтобы вы видели в отношении моих габаритов. Но грамотно сделан непосредственно угол со столом. Здесь находится котельный узел. Сюда же выходит непосредственно лицо печи. Печи мы еще ее не зажигали, но, собственно говоря, мы только приехали. Вот. Значит, все, что должно быть в комнате отдыха правильной русской бани, это, естественно, возможность заварить чаи, помыть посуду, прибрать, присесть, отдохнуть после того, как ты вышел с парного помещения. То есть в бане включает в себя непосредственно вход с улицы. Вот это у нас входная дверь. Дальше здесь мы попадаем, у нас есть возможность пройти на второй жилой этаж, мы о нем сейчас подробно расскажем. И непосредственно вход в зону парного помещения. Полы сделаны с теплым полом, очень оригинально. Вот первое впечатление, это очень законченная композиция, чувствуется рука специалиста, мастера и самое главное душевность. Я всегда призываю к тому, что вот вы, те, кто смотрит наши программы, наверняка знаете о том, что мы постоянно говорим о очень важном факторе. Это того, что компактно это не значит плохо. Компактно это не значит. Я как раз сегодня и хотел вам показать, как выглядит небольшая, но очень красивая баня. Небольшая, но очень интересная баня. Семейная баня Вячеслава Морозова. Для меня, как для его друга, товарища, партнера, это было всегда очень важно. Ну давайте, как говорится, переходить от одного дела и двинемся дальше, и сделаем обзор уже непосредственно по самому парному помещению. Вот, если двух слов сказать, здесь получается на левую сторону у нас душ, вот душевая часть. Вот. И здесь сразу вход непосредственно в парное помещение направо. То есть можно принять душ. Здесь есть вешалка, она же для того, чтобы полотенце скинуть. Вот. И тогда мы заходим в парное помещение. Ну так вот, друзья, мы проходим в самое главное помещение любой бани, непосредственно парное помещение. И первое, что хочется показать, это сердце бани. А сердце бани – это жаркая печь. Ну, жаркое здесь применил, конечно, такой термин, который не характеризует печек Твердыни Казачка. Они очень мягкие. Это наша разработка Куманской банной ассоциации, команды белых. Это печи из полностью нержавеющей стали. Вот. О печах подробно вы можете посмотреть на нашем канале обзоры. Вот. А сейчас я хотел бы сказать, что это печь Твердыня 21. Вячеслав выполнил вот такой вот угол печи с талькохлоридной плиткой. Сетка, дымоход. Собственно говоря, очень интересный оригинальный узел.
в котором, собственно говоря, делается безопасная система. Здесь еще планируется небольшой закрывающий экран для того, чтобы полностью закрыть возможность. Хотя, я вас уверяю, печь твердыня за счет того, что применена, так сказать, сетка, камень, она крайне безопасная и в своем сегменте не допускает никаких. То есть, если только вот к вопросу сесть непосредственно на печь. Подробно о печи твердыня можно посмотреть на нашем канале, на нашем сайте «Печь по белому». Но сейчас мы хотим именно рассказать о самой экспозиции и понять. У нас сегодня, естественно, пройдет практическое парение здесь. Мы попаримся. А для чего, собственно говоря, сюда ехали? Поэтому, естественно, очень важно было показать, как печка работает. И несколько слов Ода о самой парной. Очень часто видишь такой достаточно забавный момент. То есть приходишь снимать или работать в парном помещении, а огромная комната отдыха, практически стадион, там какие-то санузлы, там с мрамором, со всеми делами, и куцая маленькое парное помещение, в котором, собственно, невозможно даже лечь, присесть. И это, ну, нонсенс. Это на самом деле нонсенс. Для нас это принципиально какой-то такой момент, о котором хочется всегда говорить. Баня — это место, где принимают процедуры. Место для принятия процедур должно быть удобное. Здесь, вот если вы обратите внимание, здесь очень широкая, широкая полковая зона. Очень широкая полковая зона, сантиметров 80, длинная, на которой можно спокойно разместиться, сесть. То есть здесь можно сесть, лечь. Вот мы тут наготовили, приготовили там веников, целую кучу веников. Где можно сесть, лечь, разместиться, прогреться, а после этого принимать парные процедуры, парение и так далее. То есть для нас, для меня и для Вячеслава в том числе, важным тезисом своей собственной бани является именно то, что она удобна. Удобство, ну это как минимум, я считаю, 50% успеха. Дальше это, конечно, понимание, знание, умение. Но все-таки без удобства никакой парной речи быть не может. То есть подробно, если вот сейчас разобрать, да, вот давайте разберем. То есть мы от входа входим, у нас есть возможность сесть, разместиться. В левой стороне у нас печка. Сразу по центру у нас место для того, чтобы лечь, расположиться. Хоть в длину, хоть детишки маленькие, можно расположить их, в ширину положить. То есть каждый сможет расположиться спокойно, безопасно, что немаловажно. Здесь я скажу, Вячеслав в этом смысле очень правильно поступил. Печка у него отдалена в своем собственном углу. И таким образом она максимально безопасна, контролируема, чтобы никто нам по глупости, по случайности не попал на печь. По красоте. Очень хорошая, приятная вагонка. Кто-то может сказать, что это сделано не так, что это сделано не так, но по устроению, вот у меня были вопросы по поводу устроения, мы еще подробно зададим вопрос Вячеславу, но здесь сделан полноценный сэндвич, хоть у бани выполнена и из бревна, но в то же время камеру тепловую выполнена по всем нормативам, здесь получается, и вагонка создает непосредственно само собственное парное помещение, в котором, собственно говоря, происходит парение. Много копий сломано о том, какая же она исходная русская баня и в каком виде должно быть сделано парное помещение. Уважаемые друзья, я, наверное, сторонник того, чтобы прежде всего вы для себя принимали решение, какая она вам нужна. Это все сказывается на бюджете. Естественно, можно применять доску от самой простой, даже хвойной, до, например, там, абаши или какого-нибудь канадского кедра, без проблем. Но вы должны понимать, в какие бюджеты. Важным, по моему разумению, является это, естественно, сердце бани, это печь. Без нее никакой бани не будет. Это ясно и понятно. Дальше, непосредственно уже удобство. Широкие полки, сегодня мы их протестируем. Широкие полки для парения, где можно расположиться, спокойно прогреться. И, естественно, возможность безопасно выходить из парного помещения. Безопасно выходить. Очень важно, уважаемые друзья, это делать открываемые двери наружу. Вот позвольте здесь сказать очень важный тезис. Из парной двери должны быть наружу, не вовнутрь. Неоднократно встречал эту классическую ошибку. То есть дверь должна быть так, чтобы человек в случае, если почувствовал, даже если плохо, он мог выйти, толкнуть дверь и выйти в смежное помещение. То есть вот это, об этом тоже подумайте. Еще одним очень важным моментом, конечно, является
вентиляция. Вот давайте несколько слов о вентиляции. Ведь без хорошей вентиляции нет парного помещения. Вячеслав сделал одну очень правильную вещь. Но мы сейчас с вами, наверное, наклонимся и найдем, и получим непосредственно под зоной печи, у него находится клапан подачи воздуха прямо из-под печки, с улицы, канал подачи воздуха с улицы. Здесь вот прям, когда опускаешь руку, чувствуется, как воздух подступает. Это значит, что когда вентиляция приоткрыта, вытяжная вентиляция, это у нас получается приточная, а вот у нас вытяжная вентиляция. И создается диагональное движение воздуха в парном помещении. У нас всегда есть возможность получить вместе с паром, вместе с нагретым воздухом, чистый свежий воздух, дышать легко. А значит, в парном помещении не будет ощущения удушливости. Естественно, вентиляция создает возможность подсушивать помещение. Значит, не будет у нас подполковых грибов и леса образовываться, мха и тому подобное. Поэтому вентиляция в подобном техническом решении очень правильна. Баня немножко приподнята. Каналы в процессе строительства, заложены каналы прямо с улицы. И есть всегда возможность подачи воздуха чистого с улицы. Это просто прелесть. Мы сегодня это обязательно оценим, но я все-таки, еще раз, уважаемые друзья, буквально две минутки. Вентиляция приточная, вытяжная обязана быть в парном помещении. Если мы хотим с вами дышать легко, если мы хотим с вами принимать процедуры для здоровья и о здоровье.